Здравствуйте, сегодня с вами Людмила. Сегодня я хочу продолжить тему фикс-прайса. Это не новинка. Я хочу показать вам, какие купила я контейнеры. Это все знают, эти контейнеры. Все, наверное, уже покупали. Вот такие вот контейнеры. Я вам покажу их. Вот крышечка. Вот такие контейнеры с крышкой. Ой. Вот такие контейнеры с крышкой. Два я уже купила. Вот сейчас купила еще два. Вот еще два купила. Вот таких. Я хочу сюда положить. У меня очень много лаков. Гель-лаков. И всяких там наклеек. Всего-всего-всего. Вот сейчас я все сложу. Вот такой вот контейнер я купила. Мне понравился. Это не контейнер даже, а корзиночка. Вот такая корзиночка. Вот такая. И там две перегородки. И вот я сюда положила кисточки и карандаши. Сюда крема, сюда туши и помады. Но она для меня маловато. Мне надо вот еще одну такую. Я купила вот такую корзиночку. Вот такую. Но она мне совершенно не нравится. Она вот такая мягкая вся. Мягкая. И вот здесь вот низко. Если бы здесь было высоко так же, вообще прям прекрасная была бы корзинка. Но вот здесь низко. Но я все равно, у меня еще осталось много косметики. Вот тени всякие. Их тоже можно сюда поставить. Ну, естественно, я буду это все применять. Так как у меня постоянно лежало все в косметичках, мне не очень нравится. Карандаши ломались постоянно. А теперь вот они стоят в таком вот, в такой корзинке. Мне очень нравится. И вот эту сейчас заполню. Тоже будет очень хорошо. Вот. Вот такую я корзиночку приобрела. Вот такая корзиночка. Она тоже с крышечкой. Тоже с крышечкой. Вот такой с крышкой. Сюда я хочу положить свои крема. Вот, допустим, крема. Я их хочу положить. И они будут у меня лежать тоже не разбросаны, а будут лежать в корзиночке. Вот, накрыл их крышечкой и поставил в шкаф. Очень тоже удобные. Давно я собиралась, все покупают, давно я собиралась тоже купить. Ну, как-то это. Вот сейчас я покажу вам, я уже кое-что сложила. Вот, вот смотрите, вот, вот этот контейнер. Вот он контейнер. Я сюда сложила лаки. Вот в этот нижний контейнер я сложила там все наклейки, такие все блески, все такое. Вот. А вот эти вот у меня вот стоят, вот они, видите, вот они стоят, потом вот еще один стоит, вот, вот еще один. Вот я хочу все их сейчас объединить и положить тоже в такой же большой вот контейнер. И он будет стоять, и еще место освободится. Вот. А сюда вот, где вот эти крема у меня стоят, вот крема, вот такой кремов, я поставлю вот эту корзинку. Вместо вот этих вот кремов я поставлю вот сюда эту корзинку, сложу крем, и будет классно. Вот, ну и вроде бы все показала. Все, всем пока. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на меня. Пока-пока.